Как только мы остановились возле мастерской из камня, нас сразу заметил местный разносчик еды. В Индонезии есть такие мобильные кухни, на которых они готовят местную еду. Сейчас к нам едет, по-моему, суп. Давай рекламу, что там у тебя? Ты что, покушать, да? Да, я буду. Скажи ему, мы хотим. Мне без мяса. Да, я мясо. А я? Маша, я тебе мясо. Там, где снимается кино, сразу появляются местные зрители. Вот такая детвора здесь на улице. Во всех передвижных кухнях на Бали стандартная цена, неважно какую еду готовят, 10 тысяч рупий, около $1. Ini nak pergi ni nak motor, nak pegang adanya. Nah, tu. Halo. Oh.